Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я прохожу курс лечения у Олега Вадимовича Гончаренко. Пришла к нему с многими проблемами, в том числе с высыпаниями на коже. Очень-очень хотелось иметь красивую, здоровую кожу. Олег Вадимович посоветовал мне пройти курс лечения по диагностике, курс лечения по Марве Оганян и курс оздоровления. Суть заключается в том, чтобы не кушать, принимать отвар из трав с медом и лимоном, таким образом и очищать весь организм. Вот прошла курс в 14 дней, впечатления замечательные, улучшилось общее состояние и организма, прекрасное настроение, кожа очистилась. Я очень-очень рекомендую этот курс лечения по Марве Оганян, потому что действительно улучшается и общее состояние, и уходят все проблемы. Вот мы сейчас диагностируем, проблемы основные ушли. Это удивительная методика очищения. Я очень рекомендую всем и проходить, пожалуйста, подключайте своих родителей, любимых людей, братьев, сестер, всех детей, подключайте всю семью, голодайте вместе. Покупайте соковыжималки хорошие, потому что на восьмой день нужно уже можно питаться свежевыжатыми соками. И делайте соки с овощей, с фруктов, с ягод и очищайтесь, оздоравливайтесь, потому что результат замечательный. Прошло 14 дней, я совсем другой человек, поменялись привычки, я по-другому начала смотреть на еду. Я вспоминаю с ужасом, сколько я ела шоколада, выпивала капучино и чашу кофе за день с сахаром и сливками. Это ужасно, понимаете, потому что лучше всего выпить стакан свежевыжатого сока, апельсин, грейпфрут с утра, и в ближайшие несколько часов ты заряжен энергией, ты приезжаешь на работу в 9 утра, ты энергичен, ты здоров, ты можешь делать, и не надо никакого кофе, не надо ничего придумывать и заменять элементарное натуральное питание. И я советую всей семьей пройти этот курс оздоровления.